В нас є скайп. Олександр Фортуна, начальник штабу російського добровольчого корпусу. Вітаємо вас. Дякуємо, що змогли до нас вімкнутися. Ви чекали якийсь час на те, щоб з нами в ефірі поговорити. Пане Олександре, до вас буде запитання. Хочеться розуміти, яка зараз ситуація. Ваші війська де? Вони є на Білгородщині? Яким чином це виглядає? Яка основна мета ваша? Що ви, як ви це формулюєте? Давайте по порядку начнем. Добрый день всем. Во-первых, войска на Белгородщине остаются. Сейчас идет первая фаза операции. Скоро планируется вторая фаза операции. На сегодняшний момент бои продолжаются. Они продолжаются в разных точках области. Это все такая точечная больше история. Основная цель, основных целей несколько, как обычно. Цели есть военные, цели есть политические, цели есть пропагандистские. Военная цель, я думаю, военным экспертам понятна. Это оттягивание армии ВСРФ от линии фронта, стягивание резерва на себя, на защиту Белгородской области. Плюс мы последовательно двигаемся в общей концепции, которую мы озвучивали и ранее. Первый Брянск мы попробовали свои силы, второй Брянск мы попробовали свои силы. Дальше каждый наш заход на территорию Российской Федерации, он все более масштабный, он все более мощный. Сейчас это было с привлечением бронированной техники, которая перешла границы Российской Федерации впервые со времен Второй мировой войны, перешла под флагом русского добровольческого корпуса. Все последующие операции, они будут более масштабные, более мощные, с более высоким наступательным потенциалом. Поскольку Российская Федерация, ну, прямо так скажем, оборонительный потенциал, конечно, есть, но, тем не менее, каждый раз мы видим, что граница, мягко говоря, не на замке, как это анонсируется различными политиками, военными и военными экспертами, в том числе Российской Федерации. Политические и пропагандистские цели здесь тоже понятны. Мы показываем народу Российской Федерации, что у них есть возможность бороться с этим режимом изнутри, у них есть возможность сражаться, они могут взять судьбу в свои руки и в любой момент заниматься оппозиционной деятельностью с оружием в руках, настоящей оппозиционной деятельностью. Для этого нужна мотивация и определенный уровень подготовки. Пане Олександре, а як от люди реагують? Як населення сприймає ці ваші заклики? Є розуміння того, що можна боротися і провадити опозиційну діяльність? Ну, давайте я так скажу. Нам за последні сутки поступили сотні заявок, сотні просьб людей з Білгородської, Курської, Воронежської, Брянської областей о том, що люди готові виходити навстречу к нам з оружием для того, щоб присоединяться к нам. То есть заявок было, ну, сумасшедшее количество, мы обрабатывать не успеваем. Я думаю, что это достаточно такой хороший показатель. А от якщо говорити про кордон, ви сказали, що він справді, і ви і довели своїми діями, що кордон Російської Федерації точно надійно не замкнутий. Як ви гадаєте, це чергова якась така легковажність, байдужість до своїх професійних обов'язків у російських військових? Чи все-таки дається в знаки, що у них просто вже немає достатньо сил після тих операцій, які вони намагалися проводити на території України? Ну, той самий, та сама Бахмутська м'ясорубка, вони зрештою самі це так називають. І просто вже немає ким прикривати ті лінії кордону, де вони не ведуть активних бойових дій. Здесь несколько есть факторов. Те, которые вы перечислили, они имеют место быть, естественно, в определенной степени. Но глобально корень проблемы лежит в том, что современная российская армия воюет по военным доктринам времен Советского Союза. Так сейчас не воюет никто. Да, у них есть определенные современные средства обнаружения, у них есть различные системы, которые стоят на границе, но все это доверено непрофессиональным людям. Все это доверено людям, которые, ну, там, знаете, из разряда на новый танк сажают человека, у которого наезд там 20 моточасов. Ну, мы все понимаем, что танк никуда не поедет. Здесь абсолютно такая же ситуация. Они не готовы и они не хотят готовиться. И уже не смогут подготовиться, они уже не наверстают. Если говорить про
пропагандистську ціль ваших операцій. Чи ви тримаєте на меті, так би мовити, в розумі, кінцеву ціль того, що ми, українці, дуже часто не розуміли у Російській Федерації, чому люди не виходять, чому люди бояться виходити на центральні площі тої самої Москви чи Санкт-Петербурга, чому вони бояться протистояти силовикам, адже в будь-якому разі велика кількість людей, як показував український Майдан, завжди сильніше, ніж ті силовики, які намагаються застосовувати силу. Ми ж пам'ятаємо ці дивакуваті кадри, коли автозак ламався з запакованими туди протестувальниками, і вони допомагали тому автозаку чи не рушити з місця. Для нас, українців, це ж було просто незрозуміло, бо ми інші. Чи є у вас на меті оце показати простим росіянам в тому числі і в Москві, що якщо ви хочете боротися за своє майбутнє, то треба виходити і боротися. Силовиків все одно не так багато. Конечно, конечно, это одна из основных целей операции – показать, что существующий режим не настолько страшен и ужасен, как он пытается показать жителям Российской Федерации, что та самая страшная, ужасная машина ФСБ РФ не настолько уж она страшна и ужасна. И все это можно сделать. Здесь есть два ключевых момента – это мотивация и подготовка. Все. То есть если люди видят на нашем примере, как все это происходит, наращивает обороты и увеличиваются масштабы, то, я думаю, есть определенный шанс пассионарных людей, находящихся в Российской Федерации, сподвигнуть на действия, так скажем.